я наконец получила свою первую посылку с сайта AliExpress, китайского сайта. И спешу к вам, чтобы рассказать, что же я такое купила. Приобрела я две сумочки, но сумочки необычные, так как я, в принципе, люблю необычные вещи. И первая пришла вот в такой коробочке. Значит, лежала вот в такой... сумочки, да, мягкой. Как вы думаете, что это была за сумка? Да, это кубик. Сумка кубик Рубик. Вот такая необычная сумочка. Как видите, она достаточно маленькая. Вот, сделана из искусственной кожи, естественно. Здесь есть, конечно, небольшие недочеты. Вот немножко нитки тут торчат. Но, в принципе, это все можно обрезать. Вот тут ниточка, тут ниточка. Тут ниточка. Ручка у нее вот такая, вот видите, цепочка, то есть там цельная ручка, и здесь только вот, чтобы удобно было держать. Две ручки у нее, и вот так открывается. Тоже за цепочку тянем, и вот здесь липучка. Вот так вот выглядит внутри. Ну, что могу сказать? Внутри два кармашка. Как видно, да, для телефона. Но вот у меня, например, телефон достаточно большой, он у меня в кармашек не влезает. Ну, я его так вот кладу туда. Так, в принципе, можно положить этот кармашек, например, ключи. А кошелек, если у вас большой, он тоже не влезет. То есть надо что-то поменьше. Это такая вот, скажем, сумочка не на каждый день, да, а куда-то вот выйти, может быть. Она и под платье пойдет, и под джинсы. Вот, и так как здесь много цветов, как вы видите, да, к любому наряду любого цвета будет замечательно смотреться. Вот, единственный, наверное, минус такой, что когда идешь, например, голыми ногами, да, в шортах или там мини-юбке, то вот эти углы, они достаточно острые, когда бьются об ноги, не особо приятно. А в остальном очень клевая вещь. Так, ну эту сумочку поближе посмотрим. Цепочки здесь такие серебристого оттенка. Вот как внутри. Один кармашек и второй кармашек. Это вот первая такая. И обошлась она мне всего в 481 рубль. Доставка бесплатная, то есть это, в общем-то, вся цена. Я считаю, что за такую цену, такая оригинальная сумочка, очень классно. Уже идешь по улице, все на тебя пальцем тыкают, оборачиваются, шушукаются, что о, кубик Рубик. Так что вот такая веселая сумочка. Это первое, что я заказала. Эта посылка мне шла достаточно быстро, то есть где-то я месяц только прождала. Хотя, в принципе, сайт AliExpress доходит и в течение 2 недель. Ну вот я так... первую. А со второй сумкой, конечно, вышел такой казус, потому что я заказывала ее примерно в одно и то же время, как с первой. Вот. Но она где-то зависла на таможне, и где-то уже, наверное, месяца два я получила, да, ее спустя 2 месяца. То есть я уже открывала спор на AliExpress, я там уже хотела, чтобы не вернули деньги, но в итоге, значит, сумка появилась на импорте, и я с удовольствием ее получила. Итак, вот она, упакованная. Сейчас мы с вами ее откроем. Так, видите, хорошо так тоже упаковано, аккуратненько. И это сумочка Клатч в виде губок. Вот такие губки. Тоже вонючие. Вот, искусственная тоже, естественно, кожа. Вот здесь еще дырочка висит. Вот так открываем. И к сумке прилагается вот такая маленькая ручечка. И вот такая длинная цепочка, тоже можно прикрепить. О, как. На цепочке замочки вот такие маленькие карабинчики. А здесь такой достаточно внушительный замок. Вот, на сумке. Сейчас я прикреплю, посмотрим, что там внутри. Вот. Так, внутри бумажка. Вот
для того, чтобы форму сохраняла. Так, ну вот, внутри тут видно, что тут тоже кармашек, такой достаточно малюсенький. Вот, и цепочка поближе, вот, золотистого цвета она. Туда можете положить там ключики, там зеркальце, помаду и куда-нибудь пойти в кино, например. Вот такая сумочка. Замечательно. Вообще очень довольна посылкой. И одной, и второй. Сумочки классные. У меня уже дети пытались их отобрать, но я не отдала. Так что оставляю себе. Вот такая классная вещь. Довольна. Очень довольна. Вот такие у меня вышли в этот раз покупки. Забыла сказать, эта сумка мне обошлась 326 рублей всего. Сейчас она еще на сайте со скидкой стоит. То есть еще дешевле. Вот, черные, голубые и розовые, красные, белые, желтые даже есть. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было для вас интересным, полезным. Заказывайте, покупайте. Всем пока!